Радиатор – любимое место детишек. У него можно и поиграть, и погреться. Ведь временами в группах становится холодно, почти как на улице. Здесь температура падает вообще до 15-17 градусов. Дети ложатся в ледяные кровати, потому что основная проблема – это в спальнях. Там батареи совсем холодные. Гадать, кому сегодня повезет и будет тепло, а кому нет и придется мерзнуть, приходится часто. На 74 ребенка несколько батарей, да и те работают через одну. Например, в гардеробе теперь можно вовсе не раздеваться. Здесь греет только один радиатор. Банально. Просто вот здесь есть спускной клапан воздуха. А здесь его просто нет. Из-за таких просчетов строителей коту под хвост пошла целая система отопления. Теперь почему в садике холодно, детям вынуждены объяснять родители. Но одними объяснениями без замены труб делу вряд ли поможешь. Нужен срочный ремонт. С этой просьбой мамой и папой замерзающих детишек обижали многие инстанции, снова и снова получая отказ. Нет денег. Сегодня в садик приехала инспекция из РАНО. Снова обещают заменить хотя бы трубы. Сегодня смотрели систему отопления внутри здания детского сада «Колосок» села Малышевна. Есть отклонение от норм. Буквально в течение недели максимум все будет приведено в соответствие. Обслуживающая организация «Тука Теплогаз» занимается. Один «Колосок» на 5 сел. В этот детский сад водили детей со всего Тукаевского района. И продолжат. С обещанным ремонтом родители надеются, мерзнуть больше не придется. Однако еще впереди самые лютые морозы. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, Шатаюбов, Альберт Шафигулин, ТНВ, Тукаевский район.